Оделась? Два. Вот, да? Ага. Так. Что ты делать будешь? Буду делать эксперимент. Эксперимент. Для этого надела специальные очки, маску и перчаточки. А эксперименты нужно делать когда? Когда? Сядь на стулочку. Делаешь как? Когда есть специальные инструменты, когда есть... В присутствии родителей. Да. Соблюдая технику безопасности. Ага. И вдобавок еще нужно делать... Ну, надо еще вдобавок делать... Ну, подготовку там, клееночку постелить. Да? Да. Так. Готова делать эксперименты? Да. Все, начинаем. Итак, мы возьмем маленькую чашечку специальную, нальем сюда водичку. Сюда. Ты в перчаточках, ты наливай. Наливаем водичку. Стоп. Есть, да? Угу. Дальше что мы будем делать? Дальше мы будем солить. Перчить. А, перчить. Да. Видишь, сколько много перца? Не трогай пальцами. Уже пахнет перцем. Пахнет? Да, маска у меня пахнет перцем. А теперь... Внимательно смотрим на перец и делаем «Раступись!». Класс! Класс? Угу. Как тебе эксперимент? «Раступись!». «Раступись!». И он раз, и весь раступился. Да. Прикольно? Угу. Это был первый эксперимент. Надо ему помешать. Помешай. Все, теперь не вымазывай ручки. Эксперимент номер два, да? Да. Что мы будем делать на второй эксперимент? Что нам понадобится? Помешалочка. Помешалочка? Да. А еще что? Еще нам нужна... Палочка-пинцетик. У нас будут палочки-пинцетики. Покажи, какие. Это такие палочки, которые мы в суши видим. Да, но они у нас будут сегодня в качестве пинцетика. Да. Да? Да. А что же мы будем делать? Какой эксперимент? Не знаю пока что. Ну, я тебе сейчас покажу. Эксперимент из детства. Мы возьмем в наш инвентарь, насыпем немножечко сахара. Будем его замачивать? Вот так вот хватит? Ты вообще любишь сахар есть, да? Да. Так. Руки убираем. Это же у нас эксперимент. Размешиваем сахар. И смотрим, как он растворяется. Можно вам помочь? Да. Нет, перчатками не надо. Зачем же вы весь эксперимент портите? Сахара нету. Так. И теперь, когда он у нас растворился, мы можем что сделать? Что? Проверить его на готовность. У нас получается засахаренная бумажечка. Ее будем лизать? Нет. А как? Ее будем вот так вот делать. А теперь наш сахар, растворенный в воде, превратился во что? В воду? Нет, в клей. В клей? Да. Соль на такие чудеса не способна. А сахар позволяет нам нашу бумажечку, ой, нет, сильно пропиталась, наклеить. То есть мы вот так вот берем, раз, и вырезанную снежинку, допустим, можем наклеить на окно, да? Да. Аккуратненько клеим и расправляем. И когда она высохнет, она снова будет беленькая, но приклеенная на окошке. Но для этого надо вырезать было снежинку, мы ее не вырезали. Можно из обычной бумаги, да? Да. Сахар будет как что? Как клей. Как клей. Такой клейстер, да? Да.
второй эксперимент, и третий. И третий эксперимент, который я тебе обещал. Да. Сейчас я тебе покажу. Третий эксперимент у нас будет продовольственный. Да. Называется как? Не знаю. Кира Золушка. Мы берем немножечко этого. А еще возьмем немножечко чего? Другого. Твоего любимого. Вот этого. Мечки. Да. Это слишком мелкое тут. Нормальное. Перемешиваем все это дело. На. Ну, давай. Инвентарь, пинцетик. Вот. И теперь тебе нужно... Нет, очки нельзя снимать. Ты что? Зачем? Надо в очках. У нас же эксперимент. Опасный для жизни. Нужно разобрать все это дело. Ты так любишь разбирать же, да? Угу. Учись, учись. Я в тебя верю. Или как занять сразу ребенка? Две собрала. Да. Или как нашего ребенка научить усидчивости, да? Угу. Как занять ребенка на ближайшие 10-15 минут? Внимательно перебирай. Опс. Ага. И у тебя в одной стороне будет гречка, а в другой будет что? Перловка. Перловка. Хороший, замечательный эксперимент. Угу. Нравится? Да. Да? Если будешь себя хорошо вести, в следующий раз, ребята, мы вам покажем, как Кира перебирает сахар с солью. Папа, они же белые, они ж... Ну... Будешь учиться? Как? Вылизывать? Нет. Через микроскоп, может быть. Через микроскоп. Как тебе наш экспериментариум из подручных средств? Класс. Нравится? Да. Ну давай, занимайся. Я в тебя верю. Понравилось тебе занятие? Угу. Ну, ты еще занимайся, а я пойду. Куда? Ну, придумывать следующие занятия для тебя. Еще? Еще. Ну, не на сегодня, на потом. Хорошо? Ну-ка! Ну, что такое? Может, на сегодня? Может, на потом? Может, на сейчас? Ну, три задания. Давай, вот три задания хватит. Говори ребятам всем пока-пока. Пока-пока. Подписываются пусть куда? На канал и ставят лайки. Это был канал Котики на Котики. Котики на Котики? Да. А ты помаши хоть им. Скажи пока-пока, пока-пока, ребята. Ну, давай, говори. И вот, если вы хотите сделать такое же... упражнения, то тогда вам нужно специально делать это в присутствии взрослых и не и в защитных масках. Да. Ну ты на меня хоть глянешь? Да. Вот. И ни в коем случае самим ничего не придумывать, никаких экспериментов, да? Да. Все только с согласия родителей, да? Да.